Закончился второй период матча между женскими командами Мытищинская Клеопатра и Выдропужская Афродита. Будь проклят тот день, когда я согласился тренировать женскую заводскую хоккейную команду, это ваша. Господи, я думал, женщины милые, нежные, хотя бы не будет этих страшных драк. Вы ж деретесь хуже, чем мужики. Мужики хотя бы там на льду дерутся с соперником. Вы друг с дружкой деретесь. Еще до начала игры в раздевалке прям. А что Ирка сказала, что у меня брови не актуальной формы? Боже мой. Вы из-за каких-то бровей вот этих вот дрались так, что клочья по раздевалке летели. Это чье вот это? Чье? Мое. Блин, третий раз отращиваю. Выдрали всю красоту. Какая красота? Это хоккей. Хоккей, здесь нужны голы. Голы нужны, понимаешь? Я вам сколько раз говорил, вышло на лед. Главное, чтобы были голы. Так мы, когда вышли голы, вы нам сказали, оденьтесь, дуры! Станислав Сергеевич, вы определитесь, или голы, или оденьтесь! Станислав Сергеевич, можно я эту шапку сниму? Она некрасивая. Это не шапка, это шлем! Он защищает твой мозг, маленький! А можно я хотя бы вот так сделаю? Вот как дело, Зюзина? Главное, что ты играла нормально, понимаешь, или нервы мне доведете уже. Ты что, как черепаха ездишь вообще? Где скорость? Скорость где, Зюзина? Я стараюсь, я разгоняюсь, но коньки не скользят. Так ты ж в чехлах ездишь. Ты ж чехлы не сняла, Зюзина. А как вы команду свою вообще назвали? Это кто додумался назвать там? Мытищинская Клеопатра. Ты себя в зеркало видел? Где ты, где Клеопатра? Станислав Сергеевич, ну название, которое вы предлагали, еще хуже. Косорукие мартышки, овцы с клюшками, дуры на льду. Эти названия продиктовала мне жизнь, тренировки с вами, понимаешь? Вот у меня статистика. Ты за 20 игр ни разу клюшкой по шайбе не ударила. Почему? Я клюшку берегу. Вот, видите, вот тут два стразика отвалилось. Вот здесь поцарапалось. Это ну-ка дай сюда эти стразики твои. Это что написано здесь? Шпаргалка. Наши те, кто в красном. Бить этой палкой по черному кругляшку. Какой кругляшок ты? Хоккеистка Зюзина! Это шайба! Шайба! Куда шайба вообще девается с поля? Вбрасывание! Нет шайбы! Вбрасывание! Нет шайбы! Судья 20 шайб вообще вбрасывал! Ни одной не осталось! Куда делись? Куда делись шайбы? Сейчас, одну секундочку, сейчас. Алло, мама! Вот эти черные штуки, которые я тебе отдала, чтобы ты кастрюли горячие ставила, они, оказывается, нужны. Как с вами работать вообще? Я не понимаю, вообще не понимаю. Вы всю борьбу проигрываете, понимаешь? Я тебе орал всю игру, там, догони, догони нападающую. Отбери у нее шайбу. Ты что сделала? Я пока ее догнала, я забыла, что отобрать у нее надо. Я у нее мобильник отобрала. Деньги отобрала, кошелек, часы, цепочку золотую отобрала. А шайбу забыла. Ты капитан, почему ты не следишь за дисциплиной в команде? Почему Людка, вратариха, прям посреди игры с ворота шла? У ней уважительная причина, она на педикюр записана. Почему после игры нельзя на педикюр? Нельзя, у нее так ногти отросли, что коньки порвали. Она вон своими когтями весь лед до асфальта сковыряла. Когтями своими. А ты почему во время атаки, прям перед воротами, со льда ушла? Мне сын звонил, его со школы выгоняли за то, что он математичку жеваной бумагой плюнул. Он в каком классе?
Он ни в каком, он директор школы. Ты мне объясни, почему ты всю игру каталась на льду с хозяйственной сумкой вот этой. А, да, и я по дороге на игру мясо купила. Ну, там, фарш, говяжьи мозги, печень, там, косточки на бульон. А в раздевалке холодильника нет. Вот, а тут лед, холодно. Ну, я взяла с собой, чтобы не пропало. Когда драка началась, у тебя сумка порвалась, все это на лед выпало. Судья подъехал, думает, о, девочки подрали. Слушай, а что у тебя за номер такой? Ну-ка повернись. Что за номер это вообще? Надо ж как-то устраивать личную жизнь. Искать вашим детям отца. Хватит уже думать о мужиках. Надо о хоккее думать. О хоккее, понимаешь, сегодня финальный матч. Последний период остался, понимаешь, вы должны ее выиграть. Вот я нарисовал схему игры. Смотри, внимание. Защита сюда, полузащита сюда. Ты вперед в центре, поняла? Что нарисовал? Мужика. Господи, как с вами играть? Как вас тренировать вообще, я не понимаю. Зюзина. Ты такая красотка. Как я знаю. Какие у тебя тонкие пальчики. Ох ты мой. А эти изящные ножки. Ой, какие маленькие. Крошечные ножки Золушки. Боже мой. Знаешь, Зюзина, если вы сегодня выиграете, я на тебе женюсь. Сейчас мы их порвем! Девки! На лед! На лед! Со мной победила Мытищинская Клеопатра. Мужчины, находите правильные слова для своих женщин, и тогда они будут готовы ради вас на все. ЗАГС обещал! Я пошутил! Я пошутил! Это шутка была, Зюзя! Какой ЗАГС? Это шутка была! Ой, ты мне больно! Ой, у меня нога болит!